Ігор Зосімов, майстер спорту з фріфайту, синій пояс бразильського джиу-джитсу, інструктор з ножового бою, голова клубу ножового бою, організатор безпекового форуму «Безпека та відповідальність». Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, дійсно такий актуальний захід для нас, для сучасної України, я б сказала, і особливо для дівчат. Тому що безпека і в зимовий період це для дівчат. Ну, розкажете, що це буде за захід, коли він відбувається, і взагалі в чому його ідея полягає, в чому саме вихідними, саме такий захід буде відбуватися у нашому місті. Ну, мероприятие на самом деле у нас в Николаеве такое проводится впервые. Мероприятие очень такое знаковое, как бы оно необходимое, я считаю, да, в современных наших как бы условиях жизненных. Вот, повышенный уровень опасности, как бы это касается не только девочек, как бы это актуально для всех, и для мужчин, и для детей, как бы, да. Вот, этот форум затронет вопросы тех направлений, в которых нужно было развиваться людям, дабы приобрести необходимые навыки, которые бы в процессе повысили наш уровень безопасности. То есть будут затронуты вопросы непосредственно психологии, да, будет работать психолог киевский, он тоже инструктор по ножевому бою, у него профильное образование, то есть человек работает со стрессом, вот. Будут затронуты вопросы алертности, эффективности, то есть те состояния, которые нам необходимо знать, да, то есть алертность – это состояние включенности нашей, постоянного контроля, присутствия, да, понимания, что происходит вокруг нас, вот. И эффективность – то есть то состояние, которое делает нас потенциальной жертвой. Это неумение, ну, не, как это правильно сказать, неуверенная... Незнание, может, нет, не знание, это неуверенная походка, мимика, жесты, то есть все, что выдает в нас потенциальную жертву. Вот. Далее будет затронута тема вообще стрессовых ситуаций, потому что стрессовая ситуация – это первое, что, так сказать, убивает нашу безопасность, да, потому что, как правило, у людей нету навыков, как правильно себя вести в стрессовой ситуации. То есть будут рассмотрены стрессовые ситуации, даны будут рекомендации, как себя вести. Вот. Также будут присутствовать инструктора по ножевому бою. Это люди, которые прошли там определенную школу жизни, даже определенную такую сильную школу жизни. Да. Это и теория, и так, программа насыщена. Практики на данный момент не будет, потому что будет так очень, ну, много информации, и для начала это будет всего лишь как бы теория, рассказать людей, ознакомить, для того, чтобы люди понимали, да, вообще в каком направлении нужно двигаться. Вот, то есть будет инструктор по ножевому бою, будет приглашен инструктор по практической стрельбе, да, потому что как бы сейчас мы, слава богу, имеем доступ для того, чтобы себе обеспечить гражданское оружие. Вот, но тем не менее, помимо того, что мы его имеем, мы должны его, ну, владеть, пользоваться. Да, да, совершенно верно. То есть просто в сумці носити, можливо, його хтось носить. Давайте по організації. Тобто, скільки 2 дні буде, з якою по яку годину, як це буде відбуватися, вхід. Я думаю, це дуже цікавить усіх і, можливо, максимальна кількість людей. То скільки може? Ну, взагалі ми рахували на 70 чоловік, как бы максимально. Но если придет больше, будем как-то этот вопрос решать, как бы, ну, изначально рассчитывали на 70. То есть в Фейсбуке была запущена регистрация, да, были ссылки, да, то есть чтобы люди предварительно регистрировались. Вот. Ну, насколько мне известно, к нам люди едут даже из Запорожья, чтобы послушать подобного рода информацию, да, и то есть вот моему коллеге. Ну, а мене цікавить вікова категорія все ж таки. Кому, от, наприклад, може ваша порада, кому варто прийти на цей форум? Безумовно, я не думаю, що мова йде про 17-18 років, або ні, або я помиляюсь. Однозначно нет. Понимаете, допустим, 18 лет, во-первых, как бы вот возрастной ценз здесь... Я думаю, не совсем важен вопрос понимания человека, насколько ему это надо. То есть, если человек не пришел, грубо говоря, в 50-60 лет, потому что его беспокоит личная безопасность, то он, ну, и не придет. Если человек, допустим, 18 лет пришел, он понимает, что ему нужно понимать какие-либо ситуации, да, как себя вести и чему учиться, да. То есть 18 лет – это тот возраст, которого уже можно хотя бы двигаться в каких-то направлениях, да, там, то есть заниматься практической стрельбой, либо там ножевым боем. То есть это уже уровень нашей, грубо говоря, там, сознательности. Не скажу, что для всех показатель, но тем не менее, это такой точка отсчета. Вот, поэтому здесь, скорее всего, не возрастной ценз, а ориентация именно и понимание людей, что действительно им это надо. То есть те, кто к чему-то пришел. Вот.
Ще питання цікаво, якщо раптом, я так розумію, це вперше такий форум буде проводитись в Миколаєві, якщо раптом хтось не встигне чи не зможе зареєструватися, чи планується в найближчі, можливо, місяці, дні проводити ще такі, чи як от можливо? Ну, на даний момент, якби, в задумках є вже проведення непосередньо практичних занятий, то есть, тематичних. Тобто, якщо в даній ситуації ми розбирали, тобто, у нас два дня, шість тем буде затронуто, то есть, в дальнейшому ми планували проводити конкретно узконаправленные тренинги, которые бы могли людям уже дать понимание практических навыков, которые, да, вот как это, ну, одно дело это услышать, и другое дело совсем это попробовать, то есть это уже совсем другой момент. То есть есть задумка провести именно практические занятия, вот. Но вот этот такой мини-форум, скажем, он направлен на то, чтобы вообще понять, насколько людям эта тема интересна, да, и посмотреть вообще вот на средства людей, на ту категорию, которые придут. Ну, дивіться, результат. Вот прийде людина такою на форум, якою вона піде, з якими знаннями. Ми зрозуміли, психологія, деякі практичні, ну, не саме практичне, а показ там володіння зброєю, чи будуть правові аспекти. От з якими знаннями від вас піде потім людина? Ну, во-первых, первое, то, что мы затронем, конкретно практических навыков, да, то есть, которые нужно приобрести, то есть то, что мы должны в принципе делать, то есть то, что знать и то, что должны уметь. То есть это будет владение огнестрельным оружием, ножевой бой, гражданская медицина, вот как обязательный элемент всего этого, да, будет затронута физподготовка, и закрывать наш форум будут именно юридический аспект, да, то есть правовой, да. То есть как работает закон? Как работает закон про самооборону? Потому что вы же прекрасно знаете, наше правосудие далеко не идеально, да. И только вот в последнее время появляются какие-то ситуации, где людей оправдывают, да, за самооборону, их оправдывают, и это все как бы действительно есть. Потому что, как правило, люди боятся даже себя защищать, потому что они не знают, как это будет расценено с точки зрения, допустим, наших силовых структур, как это все будет происходить в жизни. Естественно, да. То есть человек, людей, еще очень держащий фактор, вот это вот незнание. То есть я лучше там отдам, пускай либо не трогают, да, потому что еще ударю, убью и все. Как бы, ну, нужно очень четко понимать закон, да, что мы действовали в рамках закона, вот, и дабы человек свои навыки мог адекватно применять. Вот. Тому що це дуже важливо на даний момент. Вот, ну цікаво. Ну давайте нагадаємо нашим глядачам, куди можна завітати, коли, щоб послухати, дійсно взяти якусь необхідну інформацію. 26-27 января. Тобто цими вихідними вже. Да. Рейкардс отель Рівер, да, і лекції почнуться у нас з 10 до 19. Вот. Ну, это с учётом перерывов. Вот. Возможно, немножко затянется, потому что мы делаем, допустим, да, поправку на какие-нибудь форс-мажоры, какие-то там, ну, как всегда. Чи є ще вільні місця на останок коротенько? Да, на данный момент зарегистрировалось 56 человек, да, то есть, ну, сегодня уже вторник, да, то есть. Треба торопитися, якщо хтось хоче побачити. Місць небагато. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Дійсно, лаконічно, актуальну інформацію розказали нам. Нагадаю, що в нашій студії був. Так, Ігор Зосимов, голова клубу ножового бою, а також організатор бойового форуму «Безпека та відповідальність». Дякую, що завітали. Дійсно, класний захід для Миколаєва, то взагалі дуже круто.